нарушитель! Отсюда я попаду! Нарушитель! Взять! Это будет быстро. Инадекват, я! Попался, пес! Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Благодарю, сэр. Я ваш вечный должник. Шел бы ты обратно, друг.
Спасибо. Шесть недель я бродил по этой глуши. Дичи, кот наплакал. Жрать хотелось страшно. И я пошел к морю. Там хоть краба или омара поймаешь. Тут-то я и увидел. Там маяк. Все говорят, он давным-давно заброшен. Да только там огонь горел. Тогда-то я и услышал. Жуткий вой на ветру. Клянусь, чуть Богу душу не отдал. Тут вдруг из кустов олень выскочил. Я и за ним. Оленя добыл, но к маяку теперь ни ногой. Как пить дать призраки? Вряд ли кто рискнет туда пойти. Yeah.
Ты идешь туда? Там весь берег кишит крабами. Но из-за маяка туда никто не ходит. Но если на маяк не соваться, эти призраки меня и не тронут. Зачем я им? Он там совсем ума решился. Мало что он штаны намочил, так еще и стульчак в сортире разломал. Дикарь, говорю я вам. Отличная выделка. Работать по коже он учился у одного испанца. Что делал тогда испанец в колониях, один бог знает. Божественные чудеса прикладной алхимии, создаваемые биологическими методами. Плачь на ветру, сам слышал, жена моя тоже, они там. Я тут ни при чем, уже ухожу. Я бы пошел. Правда? Понимаете, не так важна форма самого очага. Дело в конструкции трубы и в том, как отводится... Как же? Покажи мне деньги, я проведу на маяке целую ночь. Сам я не видел, но байки слыхал отсюда аж до Кентукки. Одному наемнику из гесенских полков в бою ядром оторвало начисто голову. Батальон его был окружен, и битву они проиграли. Но парень не умер. С тех пор
Он верхом на коне мотается по земле, гоняется за людьми и отрывает несчастным головы в надежде отыскать свою. А покуда не отыщет, взамен на плечах у него тыква. Сам я не видел, но вот безголовые трупы, что он за собой оставляет, это видал. Упокой их, Господи. Вот славный конь. Ha 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 ha